В Нижнем Новгороде сгорело здание историческое, которое находится рядом с Газпромом, пишут. В Пензе сожгли склад с полиэтиленом, крупный склад, 700 метров, горел ярко, красиво, как все полиэтиленовое. Станция Вознесенская, Краснодарский край, сгорел хлебозавод. Ну, вероятно, самовоспламенился. На Можайском валу загорелось здание Дорогомиловского рынка. Загорелось оно из-за кафе. А в кафе, по утверждению путинцев, произошла вспышка жировых отложений. Ну, вы понимаете, да? То есть, воздушка вот эта... Да, и оттуда что-то вылетело, жировые какие-то отложения, которые сожгли кафе, а потом и этот рынок. Ну, в общем, все было крайне весело. В Орехово-Зуево, Московской области, сам воспламенился и сгорел к херам торговый центр «Фабрика». В Саратове на улице Панфилова, да, я вот прям с этой Элой генерала Панфилова пытаюсь назвать Памфилов, она же Памфилова, бля. Вот, и операция «Примус», сгорел склад пиломатериалов. Поселок Стрельна, Санкт-Петербург, сгорел склад, такой достаточно крупный, более 100 метров. Краснодар сам воспламенился и сгорел к херам магазин одежды Мегахенд. Что за Мегахенд? То есть такой секонд-хенд, но только мега, да? Мегахенд. Вот. И во Владивостоке, в одном из популярных районов Владивостока, улица Маковского, произошел серьезный пожар. Павильоны торговые горели, в общем, лови силуха. В Грозном сожгли склады, представляете, удивительно. То есть там такая тишина и покой, тут склады 250 метров, ну, конечно, это не какой-то там склад в 106 тысяч, да, квадратов, но все равно с почином, что называется. Село Звериноголовское Курганской области сгорел магазин «Метрополис». Верхнее Дубово поселок. Пожар в конном клубе «Дубрава». Ну, слава богу, ни конюшни, ни лошади, спалили ресторан. Та же самая ситуация. Загорелся жир, жировые отложения загорелись. Село Узон, Забайкальский край. Выгорел очередной дом культуры. Сказали, что из-за обогревателя. А вот фотография подоспела. Да, и посмотрите. Обогреватель-то целехонький. Все погорело, а обогреватель целый. Да? Странные очень заявления у них всегда. Рассказывают, что... Человек какой-то признался, сотрудник признался, что поджег магазин, ой, этот склад Wildberries. А суть, в общем, такая, что человек этот якобы за пару недель до того, как загорелся Wildberries, обещал, что будет пожар, а потом вчера ночью написал или вечером там, или утром. Не знаю, у них там какой-то чат общий есть, и он там написал, что это он поджег, а потом, ну, новость удалил. Ну, тут масса версий, да, это может быть поджигатель, это может быть сумасшедший и так далее. Ну, что мне кажется, если это мое мнение, я думаю, что это не он поджег. Меня какое-то внутреннее убеждение, что это сделал не он. Ну, посмотрим, во что это выльется. В Бийске неизвестные сожгли автомобиль депутата. Почему неизвестные? Какие же они неизвестные? Ну, это не совсем депутат, это некий Анатолий Чуй. Хорошая фамилия. Чуй. Из трех букв последнее «и». Да, и вот он директор Бийского водоканала. Обычно это очень
серьезные воры и жулики. Вот все руководители водоканала — это колоссальные жулики, поэтому я Робин Гуду рекомендую их, таких людей, щупать, да, вот, потому что у них там много чего есть интересного в сейфах. Хочу изначально сказать о том, что сейчас путинские выборы идут, и как раз самое уязвимое общество, то, которое строится и выполняет всякие предвыборные команды, то есть собирать какие-то подписи, бежать куда-то там, проводить митинги, что-то делать и так далее. Ну, надо это дело возглавить, конечно. Надо это дело возглавить и, то есть, создать группу, штаб пранкеров, звонить, писать и устраивать рок-н-ролл, чтобы они там маршировали с факелами, там, я не знаю, устраивали фейерверки в честь Путина. Ну, в общем, вот кто что придумает, давайте. Значит, интересует техника процесса, да, как это сделать максимально так, чтобы их в это дело вовлечь. Но люди, которые будут это делать, конечно, интересны те, кто находится в Украине, на Западе, чтобы они были недосягаемы для путинцев. Так что давайте пишите на эту тему Мальцевскому и будем, ну или мне напрямую, будем взаимодействовать, создавать волну такую, чтобы там бошки снесло у них. Очень хорошо, вот этот белорусский пранкер их троллил. Помните, там на каких-то выборах, которые летом были, там осенью в начале, очень хорошо он их протроллил. Надо продолжать, они сейчас будут очень сильно бояться, будут бояться отказывать, их надо заставлять дежурить на крышах и смотреть, как летят ли дроны там, ну и так далее, ходить там что-нибудь переписывать, я не знаю, там, ну, блядь, воробьев заготавливать, как в Китае, ну, еще какой-то хренью заниматься, чтобы они... Причем я думаю, что если мы будем просто вбрасывать вот эти вещи, их будут подхватывать, разносить, и они будут нравиться вот этим там танки. Помните, там дети с танками ходили, да? Это же никто им не вбрасывал, это они сами делали.